А вот начало отопительного сезона в Красноярске начнется раньше. По крайней мере, так пообещал мэр Эдхам Акбулатов. Он заверил, 17 сентября тепло уже начнет поступать в квартиры. Распоряжение об этом глава подписал в пятницу. Все подготовительные работы коммунальщики обязаны провести заранее, чтобы 17 числа открыть задвижки в домах. До 22 сентября, по заверению властей, тепло должно быть в каждой квартире. Речь идет о координации действий всех участников процесса. То есть теплоснабжающая организация, управляющая компания, ТСЖ, районные администрации, все должны действовать по единому плану. Поэтому сегодняшнее решение, оно как раз направлено на то, чтобы скоординировать действия всех участников. Будет создана комиссия в городе.